Всем привет! На коммунарской линии метро будет 16 станций. Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Сейчас расскажу подробнее. Комитет градостроительной политики Москвы сообщает о том, что на коммунарской линии метро построят 16 станций. Длина коммунарской линии составит более 30 километров. Она будет связана с линиями метро и с МЦК, рассказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев. Строительство должно завершиться в 2023 году. Сейчас работы идут на 7 станциях. Конечную станцию коммунарской линии метро построят над Октябрьским проспектом в городе Троицк. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!